Ребята, привет! Итак, это уже сегодня вторая попытка записать розыгрыш призов по проекту «Аксиомы». Первое не получилось, потому что у меня банально на телефоне, оказывается, память уже забита была и записалась только почему-то крайние 49 секунд. Ничего, так покажу даже, чтобы было. Вот смотрите, 49 секунд крайние, то есть там, наверное, на минуты 2-3 было точно. Итак, смотрите, разыгрываю тем ребятам, которые, да, выпали, я им написал, здесь отметил их. Они в любом случае получат. Они уже спрашивают, что это было такое. Ну, будем сейчас заново. Итак, поехали. 100 монет я уже разыграл в первом конкурсе, который не записался. Я их разошлю в любом случае. Давайте еще 100 разыграем. И расскажу про следующий конкурс. Там уже будет поинтереснее, там уже будет... Будем именно челлендж наш, так сказать, в жизни запускать. Доход за счет сложного процента. Мы хотим получить такой актив себе, сделать 100 тысяч рублей в месяц. То есть на пассиве, как завещал великий Киосаки, в четвертом квадранте инвесторов, где максимальное количество денег... Будем за счет сложного процента, который Эйнштейн назвал восьмым чудом света. Опять же, так цитирую великих, чтобы вы понимали, какие инструменты мы будем использовать. И использовали все это по максимуму. Будем зарабатывать, делать, создавать все активы с минимальными вложениями и максимальным отбоем. Кто не смотрел видео полное про пассив, про доход, про стейкинг, про аксиомы проект, чем он интересен, напоминаю, монетка уже торгуется на MEX, у них запускается, по-моему, даже уже может в сентябре, в октябре тестнет их DEX-биржи, с которой мы будем получать, все владельцы монет аксиомы будут получать еще, кроме пассивного дохода, который сейчас на данный момент до 20% в месяц доходит, в зависимости от того, сколько там в стейкинге, там плавающие проценты и там такая дефляционная токеномика, очень интересный процент, проект, поэтому поизучайте, кто еще не видел, посмотрите мои видео, мои посты почитайте в телеграм-канале. Сейчас мы разыгрываем, давайте вернемся все-таки к нашему конкурсу, к нашему розыгрышу, потому что можно рассказывать по проекту очень долго. Итак, поехали. 100 разыграл. Давайте еще раз. Разыграю еще 100 монет. Первый будет... давайте скопируем хэштег. Чтобы поучаствовать, нужно было скопировать свой кошелек. Опять же, все ссылки на регистрацию. Кто еще не зарегистрирован, регистрируйтесь. Будут ссылки под видео и в телеграм-каналах. И... Давайте уже будем разыгрывать. Давайте определим в очередной раз 23 человека. Поехали. Первый получает 50 монет. Ну, это уже будет второй. Рандоморг. Запускаем. Генерейт 20. Поехали. 20 номер. Кто же у нас 20 номер? Алан, красавчик, поздравляю, 50 монет тебе прилетает, сразу пишем, так, подвисает тележка, что-то тележка приболела. Итак, еще, сколько там, давайте сделаем 5 человек по 10 монет, давайте так сделаем в этот раз. Поехали, следующий, 5 номер. Так, 2, 3, 4, 5. Алексей Васильев, 10 монет. Полетели. И еще 4 человека. Опять же, кто смотрит первый раз из новостей. Ну, давайте по новостям. Недавно был 10-й. Недавно был созвон SEO. Кстати, чем интересен проект? Недавно прошел проект KIC, то есть
аутентификацию, что это реальные люди. По-моему, от Solid Proof. Это первый, наверное. Нет, второй. Chain of Legends тоже проходили этот кейс. И, то есть люди не прячутся, просто в большинстве. Так. Алла, поздравляю. 10 монет улетает тебе. Еще осталось 3 человека. Давайте. Перед этим они проходили KC кода. KC уже завариваюсь. 17. Давайте. Нужно успевать одновременно делать несколько дел, да? 17-й, поехали. Давайте по очереди будем делать. Аудит кода они прошли от Solid Proof. То есть тоже серьезная организация. Так, Стас, поздравляю. Ты у нас вообще number one. Так, напоминаю, у нас конкурсы сейчас идут еще и по «Инвестируй в здоровье». Тоже по Diaverse. Там разыгрывается 10 баксов на прокачку аккаунта. Там петы, киберпеты. Это такие NFT-шки будущее. Так, раз, два, три. Еще два. Поэтому подписывайтесь на наш чат, канал клановый. И постоянно участвуйте в каких-то розыгрышах. И прокачивайте у себя привычки 23. Так, поехали. Самый крайний, это, наверное, будет пост 23. О, это Алекс, который номер один залетел. Поздравляю, Алекс. Так, 10. Сколько у нас осталось? Раз, два, три, четыре. Еще один. Еще один. 16-й. Помню, был уже человек 16-й или нет. Если был, следующий возьмем. Так, Алекс. Алекс два раза или это два разных Алекса? Короче, ну два раза. Если два раза, то пускай будет два раза. Активного человека надо тоже поощрить. Так, да, Алекс красавчик. Успел два раза. Итак, смотрите, ребята, сейчас я начислю эти монетки. И сразу следующий конкурс. Будем уже как раз раскачивать свой доход за счет сложного процента. Напоминаю, там можно очень хорошо разогнать даже с минимальных депозитов. Монетки эти уже торгуются, поэтому элементарно их можно добавить в стейкинг и раскачивать. И что мы будем делать? Будем раскачивать сложный процент, свой доход за счет реинвеста. Будем отправлять монетки в стейкинг. И для участия в конкурсе нужно будет прислать скриншот, что вы отправили в стейкинг монеты, там определенное количество, например. Там от 5 монет, давайте сделаем так. И будем уже разыгрывать там монетки, которые, ну, я не знаю, там 100, для начала 100 монет разыграем, призовой фонд, потом 200. И будем постоянно это увеличивать. Будут регулярно эти розыгрыши. Поэтому чем больше вы будете реинвесты делать, опять же, там для этого есть у нас табличка, спрашивайте в чате, когда выгодно делать реинвесты эти, чтобы максимально зарабатывать проценты. И будет один победитель, у кого будет максимальный реинвест, максимальное количество, сумма монет в стейкинг. Возможно, их будет даже несколько. Для него будет там больше сумма, естественно. И будут несколько человек, я думаю, там будет постоянно увеличиваться их количество, те, которые просто будут рандомно разыгрывать, как сейчас рандомно. Поэтому участвуйте в конкурсе, и кто не смотрел видео предыдущее про проект Axioma, тоже посмотрите. Я там и про сложный проект, про процент рассказывал, и про сам проект. Поэтому поинтересуйтесь и посмотрите. На этом все, друзья. До новых встреч.